Дорогие мои друзья, гости канала, подписчики и кто случайно забрел, всем привет из Луганска. Мы с вами, как вы уже догадываетесь, находимся сегодня на восточных кварталах. Это у нас улица Буденова. И пойдем продолжать наше путешествие по торговым центрам. Добрался я наконец до Востока. У нас вот торговый центр Атриум. Он был тоже один из последних построенных. Я, честно, здесь ни разу не был. Ну, пойдем сейчас прогуляемся, посмотрим. Тут еще второй какой-то торговый центр рядом. Там я один раз был в супермаркете. Забыл, как он там. Первый какой-то там супермаркет назывался. Ну, продуктовый, короче говоря, типа Абсолюта и так далее. Вот, погода у нас, короче говоря, как вы видите, выпал снежочек, но ночью был минус, сейчас плюс, короче говоря, опять все тает. Ну, пойдем, грубо говоря, друзья, внутрь, что тут уже разглагольствовать. Музыка играет на входе, сразу вижу вон мобильные телефоны, какие-то бытовую технику на входе. Ну, сейчас пойдем посмотрим. На козырьке вон колонки, музыка играет. Вот такой вот код. Здесь у нас кофемашина, терминал. Это платежные услуги. Ну, дальше ювелирный какой-то магазин идет. Ну, пустой, никого нету. Агат. Ювелирный завод. Ну, а здесь мобильные телефоны. Немного бытовой техники, вон компьютеры, принтеры. Ну, наверное, можно у них запчасти купить. Xtel называется, по-моему, у них и сайт свой есть. Вон, кстати, идут и игровые мышки. Вот Redragon у меня такая мышка. На 12 кнопок сбоку. Но я здесь не вижу такую. Ну, короче говоря, здесь мобильные телефоны и компьютерные запчасти, бытовая техника. Ну, тут выбор в самом магазине небольшой, но я думаю, что под заказ могут привезти все, что угодно. Елочка еще у них стоит. Ну, наверное, со следующей недели начнут убирать эти все елки, друзья. Так, внешне неплохой. Мне нравится. Так, детские игрушки. Луга Тойс. Магазин игрушек. Так, зоомагазин. Такой же, как в Авроре. Косметика. Вот еще один магазин бытовой техники. Ну, мы абсолютно во все магазины, друзья, с вами заходить не будем. Так, посмотрим. Вот, смотрите, холодильники разные, пылесосы, стиральные машинки. А, это тоже продолжение Xtel, друзья. Это вот то, что на входе было. Вон, видите, Xtel LGUA. Ну, дальше там пошла разная бытовая техника. Газовые плиты, вон, горение и другие. Ух ты, здесь, гляньте, второй этаж тут. Ну, этот торговый центр тоже поинтереснее, потому что он строился уже позже. И поэтому он будет более интересно. Я, кстати, не знаю, какой здесь супермаркет. Тоже Спар или какой-то другой. Тоже какая-то косметика. Аптека. Но мы пока по первому этажу с вами походим. Пока мне торговый центр нравится, друзья. Интереснее, чем наш сити-центр, честно говоря. Знаете, даже фонтанчик есть. Еще бы рыба в нем плавала, вообще бы круто было. Вспоминаю советские времена, когда-то рыбки были у нас в магазинах. Ну, карп
Прям такие были бассейны, в старых астрономах плавали. Это продолжение Экстела. Ну, просто получается, он в нескольких отделениях находится. Здесь империя сна. Это здесь у нас постельное белье, одеяло и так далее. Королевская лавка, не знаю, что у них тут. Косметика тоже. А здесь, кстати, матрешка, друзья. Ну, мы сейчас позже зайдем. Посмотрим. Здесь кафетерий небольшой. А здесь магазин стильных аксессуаров. Ух ты, какой здоровенный, гляньте. Ну, тут, короче, чехлы. Всякие прибамбасы для телефона. Прикольный магазин. Ну что, пойдем в матрешку прогуляемся. Здесь большая матрешка. Гляньте, людей сколько много. На кассе. Друзья, поржать. Кто-то оставил в камере хранения бутылку водки, бутылку колы. Кто-то продолжает праздновать. Так. Что тут у нас? Ну, тут детские игрушки на входе. Дальше детское питание всякое. Дождики. Ну, короче, на входе всякие ширпотреб. Игрушки детские. Холодильник с пивом. Это кассы. Ну, пойдем сейчас. Елочки еще продаются. Ну, их уже, наверное, никто не покупает. Детские игрушки. Прикольные в коробках. Здесь посуда пошла, тоже вон всякие вон поделки. Тут, гляньте, сколько хозтоваров всяких интересных. Да, здесь матрешка побольше нашей в России, которая здесь и выбор всякой всячины больше. Гляньте, сколько посуды всякой, тарелки, кружки здесь. Всякие графины. Сковороды. Лоточки всякие. Да, здесь побогаче выбор. Здесь не чисто продуктовый, видите, здесь целый ряд какой здоровенный. Видите, какой ряд утвари с двух сторон. Здесь рыбка пошла, друзья. Смотрите, что тут интересного. Судак 324. Скумбрия, сибас. Филе лосося, мяско пошло, лопатка говяжья и так далее. Свинина. И смотрите сами, что тут. Фарш разный, котлетки, ну тоже, короче, много готового всего. Так, здесь носки, чулки, колготки. Здесь вот от комаров. Ну, короче, тоже еще пошли такие товары. Да, прикольный супермаркет. Следом вот кошачий корм пошел. А это, я так понимаю, горшки для цветов. О, гляньте, какой большой выбор кошачьего корма. Да, много. Не везде такое увидишь. Обычно небольшой лоточек. Ну, тут не кошачий, наверное, только и собачий тоже. Бытовая химия пошла. Да, прикольный. Супермаркеты, прикольный торговый центр. Ну, правильно, на Востоке здесь тоже людей много живет. Ну, люди еще продолжают праздновать. Это же старый Новый год был. Но он был среди недели, он рабочий день. Зубная паста. Крема всякие, шампуни, дезодоранты. Ну, бренды, как вы видите, все те же самые, что и в России. Rexona, Nivea, Gillette, Axe. Здесь вон с
салфетки, туалетная бумага, большой выбор. Да, но здесь хоть эти, знаете, как расстояние между стеллажами вроде широкое. Там вначале только вот это елками, игрушками заставили. Шампуни пошли, гели для душа. Head and Shoulders. Все такое. А здесь опять вот мясо. Куры 171. Так, цены, короче говоря, приблизительно на мясо на все плюс-минус у нас везде одинаковые. Колбаски, сосиски. Чипсы. Ну то мы потом пойдем. Так, что у нас тут? Рыбка. О, гляньте, сколько вяленой копченой рыбы. Вон лещи какие большие, я таких тоже ловил. Вот тут и копченая, друзья, и вяленая рыба. Большой выбор. Так что тоже не хуже Семи Марий. Ну, дальше пошли морепродукты, большой выбор. А здесь минералочка. Архыз, черноголовка. И другая. Два пака, да? Два пака. Соки, спрайт, кока-кола. Колбасевич пошел. Тоже вон черноголовка, лимонады всякие, тархун и так далее. Да, классный. Классный, мне нравится, друзья. А вот и водку откуда брали. В камере хранения что стоит. Ну, кассы пошли здесь с этой стороны. Алкоголь пошел. Ну, друзья, алкоголь какой хотите есть. Даже больше раньше, чем было. Цены только, конечно, хорошие. Вот 2,69 вот этот неплохой. Мы в метро раньше выбрали по 100-130 гривен, по-моему. Ну, он в дьюти-фри на таможне стоил рублей где-то 600, ну, может, сейчас 700, не знаю. Ну, здесь понятно, что дороже наценка. Вина пошли. Здесь лодка. Вот наша Луганова, видите, сколько разных видов. Вон черная пантера, Менделеев, белая королева, Северюга. Ну, литр 340 рублей. Ну, на рынке дешевле. На рынке 300, по-моему, или 300 с небольшим, но чуть дешевле. Ну и вин, гляньте, какой большой выбор. Качинская, Инкерман. Ну и другие. Ну, пиво пошло. Балтика, Балтика. Паурсберг. Шейки пошли. Вот шейки я вам рассказывал, уже в России производят. Кинсбриджи. Ну, короче, большое количество слабоалкоголки. С этой стороны слабоалкоголка, с этой стороны, гляньте, вон, ряды пива какого большие. А здесь закуска. Чипсы такое, всякое, орешки, сухарики. Людей много. Ну, здесь копчености всякие, сыры. Ну, такой настоящий хороший супермаркет, друзья. Сегодня суббота, поэтому людей много. Вы знаете, сколько консервов, горошек, кукуруза. А здесь вон паштеты. Ну, кстати, вон как с фикс-прайс, я смотрю, Русском, или как он называется. Я вот только, знаете, ничего не вижу. Великолукского мясокомбината, что-то продукции я у нас пока не вижу.
не завозят они пока. Огурчики, помидорчики, томат. Рыбные консервы пошли. Ну, друзья, короче говоря, были бы деньги, есть все. Кабачковая икра. Горчичка. У нас, кстати, вот хорошая горчица есть, друзья. Деликатесная. Надо взять пару штук. Потому что что-то у нас ее нету. Она, короче, не острая. В России я такую редко встречаю. Масло подсолнечное. Ну, в Пятерочке, в Магните не острой горчицы почему-то нету, друзья. Мама еще творог попросила посмотреть. Ну, мы сейчас посмотрим. Пока до молочки не дошли. Сигареты. Сигареты, как вы помните, у нас подорожали. Вот газеты. Обычно у нас все экспресс-новости покупают. Что-то я их не вижу. А вот экспресс-новости. Кстати, здесь дешевле, чем в ларьках. 14 рублей. А в ларьках они уже, по-моему, рублей по 18, по 20. Крупа пошла разная. Рис. Приправы. Рис, гречка, горох. А что тогда такую брать? Да вот она стоит. Ну, друзья. Вот это самое... Гигантский. Просто супермаркет. Макарошек много. Макфа, видите, в основном. Вон гран-паста. Ну, такие то же самое все, что в российских, друзья, магазинах. Бушераки пошли. Сахар. Мука. Мука у нас пока дешевая, видите. У вас такая в России, наверное, только по акции. 2 килограмма. 46 рублей. А здесь вот пошли сыры. Ну, сыры разные. Подорожали. Раньше были 400-500 и выше. А сейчас уже в основном от 500 идут. Оливье 3,2 рубля, 100 грамм. Цвиль под шубой 3,4, крабовый 35. Ну, видите, большой выбор астрономический. Даже вот есть котлеты, курочки вон, пирожочки, гляньте, какие красивые. Пирожок жареный с мясом и картошкой, 25 рублей, гляньте, какой большой. Прям захотелось купить, друзья. А здесь пошла у нас кондитерка. Так, а мы этот... Нет, это там мы уже были. А то я думаю, загулялся и прошел. Ну, конфетки, Яшкина вон, вафли и другая всякая штука. Но у нас они, правда, дорогие. С другой стороны вон, весовые, видите. Конфеты, зефир, печеньки, вафли. А здесь чаи следом пошли. Ричард, Майский, Гринфилд, Куртис, мой любимый. ТС тоже неплохой. Ну. Кофе. Или кофе. Как правильно. Ух ты, тут еще большой выбор. Вон фрукты, овощи. Сейчас пойдем посмотрим. Так, ну там дальше конфеты, здесь посредине вон водка стоит. Ух ты, в какой маске пошла. Коньяки вон всякие. Яблоки в этом году подешевле, вон по 60 рублей навезли много. Апельсины 116, мандарины 100. Мандарины не вижу, бананы 106. Картошка 48, лук 24. Вон есть лук подороже. Я думаю, цены видно, смотрите сами. О, вот здесь много. Видите, здесь надо взвешивать возле овощей все. Здесь на кассе, как в России, не взвешивают. И... Так, лимончики 112, имбирь 321. Мандарин 143. Помидоры 180 и 230 разные.
Огурцы, что-то ценника я не вижу. Но огурцы сейчас подешевели. На Новый год резко подорожало все, потом сейчас подешевело. Так, майонезы, кетчупы. Махеева много, слобода. Кальвы, да, что хочешь. А здесь вот мороженого, гляньте, сколько всего. Там фрукты, овощи. Здесь вон морепродукты, котлеты из рыбы, всякая, креветки. И людей, гляньте, сколько, просто пипец. Молочка пошла, так, творог, сейчас посмотрим. Есть здесь такой, как мне заказывали. Здесь вон еще другие всякие чебуреки, сосиски, сардельки, котлетки. Вон. Пельмени. У нас пельмени, кстати, вкусные. Наш завод делает. Особенно фирменные или школьные. Школьные вообще, знаете, у них тесто такое, как макарошки. Нежное-нежное. Так что-то я творога не вижу. А, вот он. Вот он, но здесь я что-то не вижу. Минского нашего творога. А, может, вот тут дальше. Это коровка. Коровка дорогая. То ли дальше, то ли здесь нету. Нет, здесь, наверное, нету. Это только в Спаре он или в Абсолюте. Они, наверное, не возят этот бренд. Ну, молоко, молоко. Добрыня молоко. 2,5, 900 грамм, 56 рублей. Тортики, кондитерка, пироженки всякие. Кстати, надо взять вот это. Вот это хлеб классный, тостерный, самый лучший хлеб. Возьмем парочку. Что-то у нас в центре он пропал. Ну и хлеб пошел, друзья. Он, конечно, подороже, но большие упаковки и классный хлеб. Именно для тостов. Ну и здесь выпечка у них всякая. Надо будет. Пакет я не взял, надо бы рюкзачок взять свой. Друзья, ну вот такой вот крутой супермаркет. Ну и вообще, в принципе, торговый центр классный. Сейчас идем дальше. Сейчас расплатимся и пойдем гулять дальше. Не знаю, на первом этаже тут что-то еще есть или нет. Тогда пойдем, значит, на второй. Мороженка. Да, но творога нету. Пельмешки, вот смотрите, фирменные 300 рублей. Школьные. Школьные, вон, 283. У них тесто, короче, как у макарошек такое. Нежное-нежное. Сухофрукты, орешки. Короче говоря, если сюда приедете, советую вам. Кстати, странно, там вешают, а тут, в принципе, он есть весы с циферками. Можно нажимать и самому взвешивать. Непонятно. То ли не доверяют людям. Большой выбор. Вот капусты, смотрите, синие. Кстати, синие надо купить, все забываю. Вкусный салат у меня получается. Так, ну что, друзья, будем идти на выход. Сейчас расплачусь. Людей много, сейчас посмотрим, где на кассе людей поменьше. Там станем. И пойдем с вами дальше гулять. О, где вроде поменьше. Да, классно, что здесь хоть все кассы работают. Так, друзья, вышли мы из кассы. Много очень людей. Купили вон пакетик, сложили все внутрь. Здесь администратор сидит. А здесь дальше что-то. Что тут пойдем посмотрим. Я тут ни разу не был тоже. Как в принципе вообще здесь ни разу не был. Детский что ли уголок здесь. Да, free Wi-Fi зона здесь. Боулинг. Здесь вот детские какие-то батуты, еще что-то, небольшой уголок. Ну, никого что-то нету, непонятно, работает или нет, или
Короче, там часть такая какая-то законсервированная. Так, а что здесь реально? Что здесь? Да, там реальные друзья боулинг. Ну ладно, у нас сменной обуви нету и так далее, мы не пойдем. Значит, здесь боулинг есть, я даже не знал. То надо как-нибудь сходить. Так, здесь тоже вон, подъем на второй этаж есть, ну пойдем посмотрим. Здесь он как-то странно сделан из двух частей. Кстати, ступеньки стеклянные. А, тут получается отдельное у них отделение от центра. Здесь, видите, вот для детей. Ну, еще не вечер, поэтому тишина. Тир есть. Там всякие автоматы. Игрушки. Да, тоже много. Большой такой. Ну, пока тишина. А с другой стороны, видите, бильярд. А здесь кафешка небольшая. Да, прикольно. Здесь такой прям развлекательный-развлекательный. Ну, тут что-то непонятное. Как склад какой-то у них. Пойдемте на край сюда боулинг, зайдем посмотрим, что здесь. Здесь такое вот место. Что-то тут одни дети. Одни дети. Добрый. Да я посмотреть первый раз у вас зашел. Интересно. Так, в основном дети тоже здесь покушать. Ну да, полноценный боулинг. Я даже не знал, что здесь есть, друзья. Вот такое вот место. Прикольное. Здесь вот обувь переобуваешься. Ну и люди. Так, надо будет сходить. Но у нас на Украине тоже он есть. Здесь туалет, администратор. Так, ладно, друзья, идем дальше. Пойдем сейчас вернемся назад в торговый центр и пойдем на второй этаж. Я даже не знал, что здесь боулинг есть. Да. Оказывается, кстати, вот там вот в районе рынка на Пархоменко тоже есть какой-то развлекательный там центр. Там есть баня, сауна и, короче, бассейн 25-метровый. Я даже не знал. Мне вот брат рассказал. А на Динамо, оказывается, бассейн большой не работает. А потом я уже вспомнил, что он, по-моему, там потек или что-то. Короче, там трещина пошла. И так его, походу, не отремонтировали, он не работает. И вот у меня брат плаванием занимается, он ходит вот это туда, в район рынка Пархоменко там где-то. Надо будет прогуляться как-то, посмотреть. Здесь Apple. Здесь, кстати, Excel. Продолжение тоже. Ну, прилично тут место занимает. Так, поедем по эскалатору покатаемся. Вот такой вот вид сверху. Здесь у нас мебельный. А сейчас на краешек зайдем. Там мебели у нас полно везде, друзья. Их тоже много. Вон, гляньте, сколько. Полэтажа. Что хочешь. Дерево, стекло и так далее. Там можно и под заказ, я думаю, привезти. Люди ходят тоже что-то выбирают.
Пойдем дальше. Здесь что-то шапочки, очечки. Брендовый какой-то магазин. Jazzer Dance Studio тоже. У нас тоже, по-моему, такая вот что-то в центре. Там что, танцевальный зал, что ли, у них? Да, походу, вот там танцевальный зал. Ликидс какой-то для детей магазин. Да, неплохой тоже ТЦ здесь. Мне нравится, друзья. Как вам? Короче говоря, друзья, вместо заводов и пароходов настроили у нас еще в те времена торговых центров. Мне, кстати, один товарищ вопрос писал, что говорит, зачем столько торговых центров? Я говорю, да дело в том, что они еще были построены до 2014 года все. Good Zone, Kids, короче, большой супермаркет одежды для детей. Наверное, недорогой, я думаю. Небо. Здесь бар. А сейчас на край зайдем, посмотрим. Туалет. А, ну бары видом свете на улицу Буденного. Ну, неплохой такой барчик. Вон кальяны стоят и так далее. Музыка громко играет. Посидеть здесь в кожаных диванчиках неплохо можно. Это женская одежда магазин. Тоже женская одежда. Елка, украшенная трусиками и лифчиками. Жесть. Ну, как сказать, забавно. Подошли к вопросу с юмором. Здесь женские украшения, часы. А, ну вот это, видите, развлекательный центр. Ну, это вот выйдем сейчас туда, где мы были с вами. Здесь тоже косметика. Там дальше еще косметика. Ну что, друзья, вот такой вот торговый центр. Он, конечно, не гигантский, но неплохой. Но у нас торгового комплекса именно ни одного нету. Но это вот только единственное, что метро, эпицентры такие были гигантские. А так у нас больших, друзья, как в России, конечно, нету. У нас только торговые центры. Торговый комплекс, конечно, будет поболее. Типа Меги. В Ростове. Ну, а в Москве я даже боюсь представить, что там. Так что, друзья, вот такие дела. Будем двигаться на выход. Это у нас Атриум, напомню. Большой, гляньте, магазин детских игрушек, всяких там. И машинки, и конструкторы, и куклы. Да, и XTEL тоже, считай, четверть этажа занимает тут. Бытовая техника и электроника различная. Сейчас, может, еще в соседний зайдем, посмотрим, не знаю. Ну, напротив, это у нас Оксфорд. Там дальше Машинститут. Сейчас он Луганский государственный. Они сейчас все стали Луганские государственные институты. Ну, вот такой вот Атриум. Матрешка. И так далее, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Так, выключаю, сейчас прогуляемся до следующего. Там посмотрим еще, что там. Идем, друзья, по асфальту. Но он снегом покрыт. Машины еще раскатали, так как-то тает, скользковато. Видите, здесь поселочек идет. Дальше квартал Якира. Здесь высокоэтажки, восточные ресурсы, заправка. Цены, вон, видите, 50, 51, 49.
церковь на другой стороне. Ну и он вдалеке, Оксфорд виднеется. Не знаю, насколько сейчас оживленный сам Оксфорд, конечно. Сейчас вот этот еще торговый центр по соседству здесь зайдем. Не знаю, как он называется. Ну, конечно, два рядом построить, такая конкуренция. Ну, хотя здесь людей много. Здесь, в принципе, еще один, по-моему, торговый центр «Каштан». И все, больше тут таких больших нету. Вообще, в городе, когда в поиск вбивал торговый центр, название на карте, в Яндекс.Картах, выдало 26 штук. Ну, понятно, они есть торговые центры, знаете, как полы этого здания, все равно торговый центр называется. Да, нас на дороге он вообще все растаяло. А здесь мы еще идем. Ну такая погода на грани. Видите, универсам номер один. Что он один там получается находится? Здесь вот этот торговый центр какой-то или что это? Закрытый вообще стоит. Не работает. Что здесь было, не знаю, ночной клуб или еще что-то. Не знаю, друзья. Я здесь более-менее бывал, как бы и знал, когда я в институте учился. Ну, а потом, соответственно, уже сюда я мало ездил, постольку-поскольку. Когда с друзьями в ночные клубы ездили, тогда да. Да, здесь получается универсам номер один супермаркет. Сейчас еще в него зайдем. Кстати, он стоит... Тоже, я так понимаю, электровелосипед. Похожий на мой. Сейчас ближе подойдем, посмотрим. Ну, у него задний привод, по-моему. Ну, судя по сумке, явно электро. Да, электро с задним, друзья, приводом. Задний мотор. Тоже редукторный, небольшой, спицы толстые. Ну, а мы идем с вами первый свой супермаркет. Сейчас надо где-то оставить пакет. А, вон камера. Вот, закидываем то, что в матрешке купили. Пойдем сюда. На центре он тоже был в одном месте, но потом почему-то закрылся. Знаете, мандарины, кстати, 77 рублей дешевле. Яблоко 40 рублей, вообще какое-то мелкое. Мандарины страшненькие, но зато тоже по 77 рублей. Тут цены дешевле. Интересно. Банан 115, хотя он апельсин 156 тоже. Ну, разные, наверное, разные по качеству. Здесь на входе макарошки тоже. Пойдемте сюда к овощам. Капуста, лучок, морковка, капуста, огурцы 250, огурцы. Так, помидоры 240, ну разные. Много-много всего. Картошечка, крупы какие-то. Так, друзья, а ну давайте нашу брауншвейгскую посмотрим, почем она здесь. Осталось ее только найти. Венеция 118, там, а, кстати, есть какая-то еще скидка по карте, брауншвейгская 1206, ну, короче, в рыбном дешевле, в рыбном дешевле, матрешки, по-моему, плюс-минус также, в спаре дороже, сыры пошли, там детское питание, ну, он такой какой-то широкий, эти крыша у него такая,
Ну, здесь, конечно, людей меньше, чем в матрешке. Хотя тоже, в принципе, вон так внешне вроде неплохенький магазин. Майонезы, приправы. Да, здесь по пустыне, но все равно люди есть. Ну, что-то в матрешку ходят. Больше, может, ассортимент или цены, лучше не знаю. Вам как раз вот два супермаркета подряд для сравнения. Сало, мясо. Тоже вон уже замаринованное, готовое для жарки. Куры 171, да, цена одинаковая. Гляньте, здесь вон и соленое сало зато продается. Гляньте, какой большой ассортимент. Сами, наверное, солят. Ну, здесь тоже крупы. Тут ничего интересного. Здесь как-то освещение, друзья, похуже. Не все лампы горят, и как-то немножко темновато. Консервы. Консервы в основном русские, но ДНРовские. Луганских у нас, по-моему, вообще нету здесь консервных заводов. Яйца пошли. Вон видите, какой-то тут разделочный цех у них свой. Раки вон в аквариуме. Так, пойдем сюда. Там здесь мы сильно долго ходить не будем. В принципе, все одно и то же. Так, в общем, пробежимся. Цены, я думаю, что они плюс-минус пару рублей одинаковые. Шпроты, консервы. Тоже внутрь всякая пошла. Ну, здесь хотя бы бытовая техника, гляньте, есть у них. Утюги, фены, всякие плойки. Мясорубки. Ну, даже одежда у них есть. Ну, видите, он как идет, именно как, так сказать, не продуктовый супермаркет, а вообще. То есть они сами все виды товаров предлагают. Вон, видите, и канцтовары, и детские всякие игрушки. То есть он такой более универсальный. Ну да, он же и называется Первый Универсам или Универмаг, что-то такое. Поэтому здесь и много хостоваров. Ну, тоже ангар, я вам хочу сказать. Вот смотрите, сейчас панораму снимем. Здоровенный такой. Видите, какой здоровый. В принципе, ну, чуть поменьше, чем метро, но такой большой. Ну, в метро там же как склады, и здесь, конечно, он одноэтажный. Соки, вина, шампанское. Водка, коньяки. Давайте здесь посмотрим. Вон Кинг Роберт, тоже дьюти-фришный. Лойдер. Кинг Роберт сколько, друзья? Так, вот то ром. Виски. Ой, что-то он... А, это 1,5 литра. 1,5 литра, короче, стоит 1700. 1800. Здесь вон какие-то даже вон элитные есть, в стекле стоят. Ну, короче говоря, с элитным алкоголем, друзья, у нас проблем никаких нет. Ну и цены подешевле, чем в Москве будут. Видите, вина, водка, большой выбор. Пиво тоже. Закуска к ним. Тоже вон рыбка пошла. Плотва, видите, вяленая. Вобла. Так она еще и вон и разная. Вобла. Чехонь.
Какой большой выбор здесь рыбы. Я еще не всю ее у нас ловил, друзья. Ну, а здесь дальше пошла готовая еда. Вот, кстати, мы как-то с другом сюда заезжали, мы что-то праздновали, я не помню. И заезжали сюда за едой с ним. Почему-то он сюда именно ездил. Ну, может, ему здесь нравилась готовка, не знаю. Но это было еще до коронавируса, давно-давно. Тоже он пирожочки, гамбургеры, бургеры. Здесь он огурцы, помидоры квашеные, синенькие. Ну, дальше кондитерка пошла. Кондитерка, хлеб и все такое. Так, сейчас вернемся. Так, ряды сверху хоть посмотрим, что тут у нас. Ну, понятно, бытовая химия, порошки, шампуни, туалетная бумага, салфетки, зубная паста, щетки. Ну, как везде здесь. Он тоже, кстати, шахтерские торты. И вот видите, планета конфеты. Раньше всегда на Новый год, помню еще вот советское время и постсоветское, родители под елку ложили мне планета. Это, короче, еще советские. Я, кстати, не знаю, в других городах вообще Советского Союза планету тоже шахтерские торты где-нибудь делали, продавали. Ну, понятно, что, скорее всего, в Донецке. А вот в других местах, честно говоря, интересно. Ну, это здесь кассы пошли. Сейчас творожок мы посмотрим. Да, большой такой супермаркет, но он почему-то более пустой. Вот, кстати, тоже здесь намазки вот эти ДНРовские вкусные, вот эти по 30 рублей с крабом там, с колбасками всякими там, с сырком. Ну, короче, на хлеб мазать вкусные, недорогие. Раньше из Украины их возили, сейчас не возят, но с ДНР зато возят. Сыры пошли, масло. Порога что-то я тоже не вижу нашего минского. Только коровка, которая дорогая. Ну, Славушкин тоже он дорогой. Пельмешки, тоже котлетки, ну, для любителей. Ну, тут тоже полно и овощей, и всего тут. Вон большой выбор мороженого, вон всяких творожных сырков. Ух, какое мороженое. Чтобы купить себе мороженое, попробовать. Такое красивое. А, не, возьмем клубникой. Хоть и зима, но я и зимой ем мороженое, друзья. Хотя я сладкого стараюсь меньше есть, но побалую себе. Ну и чтоб не с пустыми руками выходить в магазины. Да, большой выбор у них мороженого, вот это все. Мороженое, там, правда, овощи с краю. Ну, тоже есть вон большой папа, ну, конечно, он здесь дороже, чем в России. Там хлебушек, выпечка у них тоже своя есть. Ну, а здесь прошло пиво и закуска всякая. Освещение здесь послабее. Тоже шейки, БАДы, Левенбрау. Полки, друзья, ломятся. Это уголок здесь для животных. Корм. Ну что, друзья, вот такой вот супермаркет. Тоже, в принципе, здоровенный. Ну, людей здесь как-то поменьше. Ну, тоже есть, в принципе, что купить.
Так что, друзья, гости, приезжайте, заходите, советую. Ну, а мы идем на выход, друзья. Так, где здесь людей поменьше? Ну, здесь, видите, друзья, на кассах поменьше людей. Ну, идем забирать наш пакет. Купили мы мороженка. Здесь вон туры продаются. Ну, какие-то небольшие здесь магазинчики тоже на входе. Ну, короче говоря, все это помещение большое занимает вот этот вот магазин. Сейчас на улицу выйдем, прочитаем еще раз название. Первый универсам или первый универмах. Что-то такое. У нас он в Кахане был, на Театральной площади возле елки. Но он там маленький, там помещение маленькое. Что-то он проработал какое-то время, а потом опять на ремонт закрылся. В общем, непонятно. Ну, здесь, конечно, у них ангар. Чайная церемония. Здесь чайный вес разный, кофе можно купить. Так, надо забрать. Пакет. Опа. Все, друзья, идем на выход. Очередь это вот у нас возле банкомата. Деньги снимают, друзья. Ну вот так вот мы, друзья, с вами прогулялись. Так. Отсюда, видите, Оксфорд хорошо с другой стороны видно. Ну и вон корпуса машинститута тоже видно. Все тает. Ну, по идее, зима у нас только сейчас сильная начинается со второй половины января, туда в феврале. Будут и снег, и морозы. Ну, а посмотрим. По факту, конечно, что будет. Но обычно так, друзья. Ну что, прогулялись мы по атриуму. И первый универсам, друзья, супермаркет. Это у нас был тоже в конце. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем крепкого здоровья, ну и с наступившими праздниками и с наступающим вас Крещением. Не знаю, на Крещение будем что-то снимать или нет, друзья. Посмотрим. Так что, друзья, до новых встреч и до новых видео. Пока-пока.